Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Сегодня мы с вами будем солить сало. Вот, кстати, от нашего поросеночка я специально его кормила комбикорм, хоть чтобы вот у него хотя бы немножко было сала, а не одно мясо. Итак, ладно. Но я-то точно знаю, что мой поросеночек молодой, поэтому сало будет мягкое. А так вообще при выборе сала мы вот как бы его ткаем ножом, если он хорошо протыкается. Шкурочка тут у него отходит от самого сала. Значит, сало будет мягкое и вкусное, когда мы его засолим. Как вы знаете, много рецептов может быть, но я вот предложу свой самый любимый мой. Тут особо много не нужно ингредиентов. Нужен молотый перец, соль и обязательно чеснок. Для этого мы берем емкость, я вот в этой буду засаливать, и на дно его насыпаем соль. Соль я беру обыкновенную, не йодированную. Потом наши кусочки, я вот тут пока беру три, но их, конечно, будет больше. Я их посыпаю перцем вот со всех сторон. И сейчас я его еще там получше обсыплю. И вот такой в нашей вдавилочке зубчики чеснока раздавливаю прямо на наше сало. И его натираю. Это каждый кусочек этим. Вот обсыпанные перцем и натертые чесноком кусочки я укладываю в свою посуду, где будет солиться мое сало. Теперь я каждый слой, который у меня получится, я хорошо засыпаю солью. Уже не она просто чистая соль, потому что я уже каждый кусочек натерла чесноком и перцем. Вот видите, полная моя посуда сала получилось. Я ее засыпала солью. Теперь закрываю крышечкой и помещаю в холодильник. 3 дня она у меня где-то стоит, а потом получается ароматное, душистое сало за счет чеснока и перца. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи!